Приветствую вас. Ну, давайте мы начнем, пожалуй, с вами вот с чего. То, что вы описали свою проблему, это я понял. Значит, ситуация мне в целом не ясна. Вопрос-то у вас какой? Вот, вы написали сюда. Написали сюда назад, написали довольно большой вопрос, большое сообщение. Вот, видно, что старались описать некоторые аспекты, детали. Вопрос какой у вас? Какой у вас вопрос к нам, к эксперту? Это первое. Второе. Вот, знаете, по впечатлению, что вот что я вижу по тексту, да, это вот то, что вы, значит, уже очень давно, не живете для себя. Я не могу сказать однозначно, с чем это связано, может быть, семейные ценности у вас, может быть, моральные ценности, может быть, жена поставила вас так, может быть, вы сами себя так поставили, не знаю, но факт тот, что вы не живете уже очень давно для себя. То есть у вас своего, вот чего-то своего, у вас нет. Вы говорите там, драгоценности, да, там, значит, там, рестораны, машина, там, еще что-то. Все это здорово. Но кроме этого, у вас свое собственное что-то есть? Вот этот момент, на мой взгляд, является важным. Потому что вы переживаете так, вот так сильно вы переживаете и так далее, и говорите вот в конце, что он не очень, что он как бы похож на беспредельщика там и так далее. Все вот это вы говорите потому, что жена разрушила ваш привычный быт. А что, по сути дела, есть этот привычный быт для вас? Вот что? Что есть этот привычный быт для вас? Я хотел бы, чтобы вы сказали, чтобы вы определили это. Что есть этот быт для вас? Почему он так сильно завязан на вашей жене, что вы без нее вот прямо не можете, что у вас стресс и так далее? Почему? В какой момент вы перестали жить для себя? В какой момент вы потеряли свою самобытность? Именно это ваша жена и чувствует на самом-то деле. Она именно это и ощущает, что ее мужчина, то есть вы, полностью растворяется в делах, в быту, в ней, как мужчина из себя ничего не представляет для нее. Я понимаю, что вы-то сам по себе мужчина хороший. Видно, что вы и о семье заботитесь, видно, что вы свою жену обеспечиваете всем необходимым и так далее. Но вы забыли, у меня такое ощущение, что вы забыли, какой вы мужчина. И знаете, почему такая мысль пришла мне в голову? Потому что вы сказали вначале, ну не только поэтому, но вот первое, что навело меня на эту мысль. Вы сказали, что, значит, вы не хотели ехать на отдых, но поехали. Ради кого вы поехали? Полагаю, что ради жены. Но вы же не хотели
Тогда зачем вы поехали? Вопрос к вам. Зачем вы поехали, если не хотели ехать? Вот в этом и заключается основная беда, на мой взгляд, ваша. Что вы уже давно делаете не то, чего вы хотите. Вы уже давно поступаете не так, как вы хотите. Вы уже давно живете не для себя. Именно поэтому у вас страсть. Далее. По поводу того, что вот этот вот новый мужчина вашей жены, я так понимаю, пока еще жены не бывшей, вы его как-то пытаетесь охарактеризовать и так далее, говорить, что он там беспредельщик какой-то еще и так далее. Все это очень сильно напоминает механизм принижения, когда человек что-то теряет, когда человек чего-то лишается, особенно если это что-то для него очень, очень важно, то он начинает использовать, осознанно или нет, одну из реакций на фрустрацию. Это реакция на фрустрацию и называется как раз таки принижение. И вот вы занимаетесь, на мой взгляд, именно принижением в данном конкретном случае. То есть, что вы делаете? Вы говорите, да он такой там плохой, я вижу, что он там какой-то, он там, значит, раздолбай, там, беспредельщик и вообще, и так далее, вот. Но вы же не можете этого знать, на самом-то деле. Потому что выбираете не вы, а ваша жена выбирает. А получается, что вы как бы за нее делаете выбор. Получается, что вы как бы за нее решаете, какой ей мужчина подойдет. Это что? Это и есть защитная реакция. Вопрос заключается в том, почему у вас опять же такая реакция. Если это правда, и вы действительно свою жену любите, то позвольте ей быть счастливой. Позвольте ей быть счастливой и позвольте ей получать то, что она не получала с вами. Как вам, в принципе уже сказали мои коллеги довольно-таки справедливо. Вот и все. То есть то, что вы в нее вкладывали, вот то, что вы говорите, что вот, как же так, да, я в нее вкладывал, она меня вот так предала и так далее. А вы для чего вкладывали? Вы для чего вкладывали в нее? Вкладывали вы в нее, чтобы что? Вот попробуйте для себя этот момент выяснить. Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь, но вы же, наверное, хотели ее счастливой сделать, свою жену, правильно? И вы делали ее счастливой. До тех пор, пока ее все устраивало, а теперь ее перестало устраивать, и если так случилось, вам остается только ее позицию как бы принять, и все. У вас нету другого выбора, на самом-то деле. У вас нет другого выбора, кроме как принять ее позицию. Чем больше вы будете сопротивляться тому, что в вашей жизни назрели изменения определенные,
тем, к сожалению, хуже вам, боюсь, будет. Так что, пожалуйста, об этом также подумайте. Ну, а я вам желаю действительно меньше злоупотреблять лекарствами всевозможными, вот, все-таки принять волевое решение записаться на прием хотя бы онлайн психологу и помочь вам преодолеть эту травму, которая у вас сейчас произошла. Понять, что проблема, она возникла не сейчас. Она возникла даже не тогда, когда, вот, собственно, ваша жена начала встречаться, как вы говорите, второй раз она ходила на свидание, да? Нет. Проблема началась давно. Основная проблема заключается в том, полагаю, вы просто забыли, кто вы друг для друга. Она перестала чувствовать себя женщиной, и она перестала вас видеть мужчину. Кроме того, вы говорите, что вы с женой прожили 13 лет, ей 30. Значит, соответственно, 17 лет, получается, она с вами начала жить, 17 лет. И естественно, за это время она успела измениться. Успели поменяться ее взгляды, успела много чего измениться на самом деле. Я вот не очень понял насчет детей, но детей у вас нет. Вполне вероятно, что она решила просто пожить немножко для себя сейчас. Вполне вероятно, что она просто решила, что не хочет жить с вами. Сейчас, вот, на данный момент, да, а хочет она все-таки, вот, пожить для себя, потому что ей 30, вот, как раз, самое такое, вот, время, когда человек оказывается на неком таком, знаете, я бы сказал, неком таком перепутье, когда появляются новые ориентиры, вот, и когда хочется пробовать что-то новое. Поэтому поймите свою жену, постарайтесь ее понять, и начинайте жить для себя, и вы знаете, есть, к сожалению, есть такие вещи, есть такие ситуации, когда, что бы вы ни делали, как бы вы ни старались, какие бы действия вы бы не предпринимали, человек, ну, в данном случае ваша жена, она все равно уйдет, потому что дело не в вас. Поэтому нужно по возможности четко понимать, что дело здесь не в вас, дело в ней самой. Дело именно в ней. Ее вот стало напрягать, то, что происходит. А, понимаете? Вы, скорее всего, были изначально, таким же, я не думаю, что вы были другим. Она изменилась. Постарайтесь, пожалуйста, вот это понять. Что если человек начинает меняться, если человек начинает менять свои взгляды, свои там приоритеты, если у человека начинают меняться ценности, а именно это, на мой взгляд, и произошло у вас, с вашей женой, то вы с этим
ничего поделать не можете. Остается только принять и жить дальше. Как бы тяжело это ни было. А вот в том, вот в том, чтобы жить дальше, вот в этом как раз вам нужна помощь. И в этом мы готовы вам помочь. Я желаю вам всего доброго. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.